Итоги реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса Кустанайской области за 2017 год подвели в областном акимате. Из 45 показателей не выполнены 12. Среди них показатель объема мяса, заготовленного кооперативами. При плане 2000 тонн заготовлено только 15%. Наблюдается снижение объема производства молока в личных подсобных хозяйствах. Не смог регион выполнить и план по производству комбинированных кормов. Просто кормозаводы оказались в Кустанайской области не рассчитаны на производство больших объемов. 52-й показатель – экспорт говядины. План 3,6 миллионов долларов США. Фактически реализовано мясо на 1,3 миллионов долларов. Выполнение составило 36%. Причиной недостижения является введенный запрет экспорта мяса говядины в Российскую Федерацию в весенне-летний период 2017 года в связи со вспышкой нодулярного дерматита в Оренбургской области. Не достигнут показатель и по увеличению орошаемых земель. Он выполнен лишь наполовину. Причина – отсутствие растительных каналов у крестьянских хозяйств. Причем, по мнению чиновников от сельского хозяйства, в этом году ситуация изменится в лучшую сторону. Однако аким Кустанайской области сомневается. Кооперативы, которые биомясо заготавливали, при плане 2035 тонн, фактически заготовили 300 тонн, 15%. Кооперативы было закуплено 6300 голов КРС. Данные поголовья находятся на отборе и будут реализованы на обоих. Агайдаров поднимал вопрос. Это тоже вопрос? Отработали. Тоже вопрос, который да, я перекармливаю, передерживаю, что мне дальше делать. Тогда здесь надо разобраться. Отработали. Да, надо, вопрос. Если вопрос не решается на нашем уровне, выходить надо на Министерство сельского хозяйства. Аким Кустанайской области поручил чиновникам активнее работать с сельхозтоваропроизводителями в решении их проблем. Ведь программа считается выполненной, если реализованы 90% индикаторов. Сегодня, по статистическим данным, в Кустанайской области пока выходит лишь 75%. Диара Ахмечен и Татьяна Калюжная, РТН.